говорят, что с 1 января. Такой жесткой даты не было, не ставилась она. Мы просто водителям, владельцам рекомендовали. Да, извините, когда закончим работать с пассажирским транспортом, будем работать, контролировать теперь владельцев легкового транспорта. Стоит активизироваться, не стоит откладывать. А для частников тоже решение этого вопроса в какой-то дальний ящик. Рустам, скажите, пожалуйста, в среднем тому, кто решил взяться за оформление всех документов, во сколько это обойдется? Фиксированные, скажем так, ставки есть две. То есть это даже не ставки, это официально установленный размер госпошлин за внесение изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства по особой отметке госпошлина 800 рублей. В процессе регистрации ГБО, газобаллонного оборудования, необходимо пройти техосмотр. Официальная стоимость техосмотра, проведение техосмотра 500 рублей на станциях, на специализированных станциях. А все остальные деньги там, это все уже те центры,